Внимание, запись. Руки два раза сжимаешь одновременно. Повернись, скажи, как зовут. Хорошее имя. Катя. Я зовут Катя. Это страшно! О, да, прикольно, какая красота. Юль, как ты это сделала? Вон Т-1 тоже. А вон большой аэродром, тоже красота. Значит, зона, еще та красота. Вон они даже есть, как это, часовня, да, называется? Вообще страшно, невозможно. Как рука? Как рука. Хорошо. Да нам всем страшно, прыгай. Там говорить или дышать? Ручки расставь и прыгай. Не дышать, не говорить. И прыгай. Орать можно. Давай. И в этот момент прыгай. Дыхание сопрет. Это реально страшно. Нет, сердце остановится. Давай, прыгай. Думаю, дно вышибет нафиг. Дыхание сопрет, сердце остановится. Все вместе. Думаю, реально. Да ничего не будет реально. Ну ты же видела, что все приземлились и живые. Давай. Страшно. Тут люди, уже очередь. Давай. Где, блин? Ну ладно, уже давай уже. Ну. Стоишь тут, понимаешь? Стояла. Мы все тут постояли, ну, давай. Нет, это не страшно, когда смотришь, страшно. Так, смотри вперед. Смотри на... Да, на горизонт. На вон те высотки, я отделяйся, смотря на высотки. А потом Юля, вниз. Скажи мне, как ты сделала это? А, заебись. Ну ладно, типа я тупая, тёлка. Главное слово тупо. Я блондинка. Давай. Не очень страшно. Давай. Так, еще какую, да, может? Прыгай. Я не могу! Are you ready? Go! Как решиться? Что за хрень? Что, я мешок? Просто одним... Я не знаю, ты стоишь вообще без проблем, не держишься. Давай, волевой порыв. Но просто отделись туда. Юль, ты меня любишь? О, Господи. Тут я сейчас... тебя тоже. Да это бред, в смысле, не секрет. Чтобы как-то тебя больше мотивировать, у тебя осталось 2 минуты, а потом перелазишь обратно. Не, я прыгну. Типа, наверное. Короче, ты сильнее меня духом. Да, прыгай. Прыгай. Я пить хочу. Я пить. Ты можешь это сделать в полете.